Всем привет, мои дорогие софитики! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы с вами будем делать персонажа из игры Genshin Impact в форме дракона. Это скаут Эмбер. Для начала мы с вами сделаем заготовки челюстей. Лист А4 складываем в тонкую полоску. Склеиваем ее. Эта заготовка будет для верхней челюсти дракона. Сейчас мы с вами сделаем заготовку нижней челюсти дракона. Она должна быть потоньше и покороче. Склеиваем заготовку. И обрезаем лишнее. Вот такие заготовки должны у нас получиться. Теперь складываем их пополам. Теперь мы с вами посмотрим, сколько нам нужно отрезать ненужной части от нижней челюсти. Теперь мы с вами нарисуем боковые части дракона. Берем заготовку верхней челюсти и обводим ее простым карандашом. Начинаем придавать форму челюсти. Нарисуем зуб. Нарисуем имитацию шерсти. Давайте нарисуем шов на мордочке, как у барона зайчика. Барон зайчик – это бомбочка Эмбер. Нарисуем маленький носик. Стираем с вами лишнее. Теперь мы с вами нарисуем боковую часть нижней челюсти. Точно так же обводим заготовку простым карандашом. Нарисуем зуб. Не забываем про имитацию шерсти. Здесь тоже рисуем шов. Основной цвет дракона – это ярко-красный. Разукрасим им большую часть дракона. Остальную часть дракона разукрашу телесным цветом. Все вырезаем. Вторые стороны разукрашиваем точно так же. Вот такие яркие боковые части должны у нас получиться. Теперь мы с вами сделаем верх и низ дракона. Складываем лист А4 пополам. Теперь мы с вами берем заготовки челюстей, приклеиваем их к листу бумаги и позже мы их обведем простым карандашом. Нарисуем бортики. С помощью них будет проще собирать дракона. Это у нас рот дракона. Разукрасим его нежно-розовым цветом. После того, как мы разукрасили рот, вырезаем заготовки. Заворачиваем бортики. Разрезаем заготовки пополам. Точно так же на заготовке низа нарисуем швы. Все разукрашиваем такими же цветами, какими разукрашивали боковые части. Теперь мы с вами сделаем верх дракона. Складываем лист А4 пополам. Половину листа отрезаем, она нам позже пригодится. Теперь берем заготовку, которую мы только что нарисовали, и обводим ее простым карандашом. Только нам нужно будет ее сделать немножко подлиннее. Рисуем бортики. Разукрашиваю верх такими же цветами, какими разукрашивала предыдущие части. После этого все вырезаем и заворачиваем бортики. Теперь мы с вами берем половинку листа А4, которую мы отрезали. На этом листочке мы с вами нарисуем глаза. Нарисуем с вами радужку. Нарисуем блик в глазу и зрачок. Нарисуем ресницы. Нарисуем бровь. Ресницы разукрашу черным маркером. Радужку я разукрашу двумя оттенками желтого. Бровь разукрашу коричневым маркером. Теперь мы с вами нарисуем барона зайчика. Лицо разукрашу телесным цветом. Щечки и ротик разукрашу светло-розовым цветом. Ушки разукрашу ярко-красным цветом. А волоса разукрашу коричневым цветом. Все вырезаем и вторые стороны разукрашиваем точно так же. Теперь мы с вами нарисуем очки и ушки Эмбер. И не забываем про челку. Все разукрашиваем такими же цветами, какими разукрашивали предыдущие части. Все вырезаем и вторые стороны разукрашиваем точно так же. Все детальки готовы. Начинаем собирать дракона. Вот такой дракончик Эмбер у меня получилось. Мне кажется, она похожа на настоящую Эмбер. Напишите в комментариях, получилось ли у вас сделать такого же дракона. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои самые новые видео. Всем пока-пока!